Мо! Мо, привет! Да, тут и приехали, у нас клешни отросли, походу. Смотрите, друзья, мы, короче, крабы. Мо, ты что, махаться будешь? На тебе. Да, буду махаться, мне же клешни есть, теперь тебе клешнями. Это битва крабов, короче, битва крабов. На тебе. Я тебя сейчас на крабовые палочки пущу. Мать, сейчас на крабовый суп из тебя. Короче, дорогие друзья, мо, ну хорусь, мо, ну не обязай, мо. О, смотри, я задом ползаю, мо, смотри. Крабы же они боком, по-моему, ходят туда. Боком, мо, смотри. Офигеть. Короче, дорогие друзья, знаете что? Мы в мире животных. Вот. Я Дроздов, а это, короче, Ма Дрозд, короче. Дроздичка. Короче... Ничего не поняла, но очень интересно. Да, вообще. Ма, ну Дроздов, это не... который в мире животных ведет. Офигеть. Ну, допустим, хорошо. Он Дроздов, я буду Дрозд. Дроздиха. И вообще, дорогие друзья, прямо сейчас, знаете что? Честь животных, если вы любите животных, поставьте один лайк. Короче, если вы любите животных, с вас один лайк. А и вопросик дня, какое вы животное вообще были бы, если бы вы были животным. Ма, да, я конечно, все любят животных. Я люблю животных. Ма, значит, ставь лайк. Конечно, поставлю. Ну, подожди, все. А кого я люблю больше? Ма, подумай. Вот тут вопрос сложный. Ма, я тигр. Подумайте. Ма, я тигр. Ма, я тигр. Ма, я лев. Лев, я. Ма, а ты кто? Я не знаю, наверное, я больше всего люблю кошек. Я так думаю. И морских котиков. Ма. Я сама кошка, у меня 9 жизней. Мяу. Ма, кошка драная, короче. Ладно, все, пойдем, ма. Так, а куда мы идем? Я, по-моему, там видела йети. Мы должны... Ма, ну я думаю, сейчас йети мы вообще не победим. Надо это, короче, ну, эволюционировать. Да, мы же крабы. Смотрите, друзья, мы сейчас должны пойти по ступени эволюции вот этими маленькими лапками. Это маленький шаг для краба и гигантский... Еще один! Где? Краб, аккуратно, ты там смотри, куда идешь-то. Ого, ма, смотри, какой гигант. Ой, блин, капец. Ма, он звуки такие странные издает. Сейчас, подожди, я прибавлю звуки вот так вот. О, ты слышишь, как краб такой? Или это не краб? Да, это мы. Мы так разговариваем. Ой, дыра. А, там вода. Ладно, ой, ма. Мимо проходим. Ма, давай ищем, короче, кого-нибудь. Ма, я, давай, я пойду туда, а ты сюда. Если кого-то увидишь, Арима. Хорошо, ладно, давай. Ма, просто ищем. Арима, просто вынюхивай. Так. Я нашла, тут какие-то штуки. Ого, смотри, это следующая форма, видимо, краба. Так, так, так. Там еще одна была где-то. Ма, ищем, а где, где я бегу, ма? Так, в той стороне, вон там. Ма, так... Ладно, бегай за этой штукой, ты ее не видишь, ты ее упустил, не упустил? Ма, она куда-то убежала. Мы всех потеряли, ма, ну как так-то? Ну, ма, как так-то? Ма, мы все прокекали. Вот они, хватай. Ма, я бегу, вот она бежит, вот она, вот она, вот она. Ма, так, где она? Еще одна где? Капец? Да ёлки, ты что ж их профукиваешь? Давай капец, ищи. Капец они быстрые, ма. Я считаю, нам надо в этих крабов превратиться, потому что они мега... О, ма, давай, гасим, гасим. Вот сейчас. Еще одна, вот еще одна. Сейчас загашу, ма. А чё она не гасится-то? Офигеть, она из металла! Она, походу, не гасится никак. Вау, смотри, она, короче, превращает... А-а-а. Её это... нельзя сожрать. Ма... Это камень. Это... Смотри, я прям бью там звук, как будто я металл. Я тоже. Во! Ты шо, каменный краб, еще в мазике себе вырастил. Ма, я хочу. Хочешь, а не получишь. Короче, их эволюция защитила. Ой, подожди, ма, мне кажется, я могу в него тоже превратиться, он меня чем-то заразил, ма. Нет. Ма, там что у тебя, мать, о, ты что, сейчас я тоже превращусь, ну-ка. Ты смотри, кто на нас нападает, какая-то птица-орлица, она меня охлаждает. На, сейчас, ма, я загасил птицу-орлицу, я сейчас птицей стану, орлицей, ма. Ма, да ладно, буду... ты ее сожрал? Ну, ма, я сожрал ее. Ну, сейчас подожди. Ты смотри, о! Кем я стала. Ма, смотри, я тоже алмазник. Все, мы, походу, ма, на, пожри. О, спасибо. Мне это как раз-таки было необходимо. Офигеть. Слушай, мы, получается, все непобедимые, нас нельзя раздраконить. Ма, я, ну, не знаю. Ма, слушай, мне так нравится ползти, ползать, ма, смотри. Ай, ма, и провалились. Погоди, так ты же ту орлицу победил. Ты можешь ей стать? А, ну можешь я сейчас, кстати, вылечу, да и все, ну-ка сейчас. О, ну-ка, ма. Фу, какая она страшная. Ма, у нее жизнь, не получается, ма. Застрял? Ма, да, застрял, ма. А если два раза на пробел? Ма, все равно нет. Сейчас, подожди, я отсюда выкарабкаюсь, ма. Она так орёт смешно, ма, как ты по утрам. А может на R, может, стоит нажать, попробуй? Ну-ка, ма. Не, ма. Нет.
мания. Короче... Я так по утрам не орусь, что ты рассказываешь? Орёт, орёт. Так, все, ползем, короче. Ма, смотри, чисто такой конопатич маленький. Ма, пошли. Слушай, дальше мне искать. Нравится, мне кажется, что это неплохое завершение. Ма, эволюции? Типа, завершение? А чё, нет? Я сейчас ищу овечку, оп. Овечка-то тебе зачем? Это самые никчемные, бесполезные животные, в принципе, в Майнкрафте. Ма, сама ты никчёмная. После куриц. Курица это самое такое примитивное существо. Оно вообще. Ма, давай ищем кого-нибудь в этом бару. О, пошли на горы, ма, на горы пошли вон. Мы сейчас залезем на горы, там кого-нибудь увидим. Ма, пошли, оп, оп. Ты слышишь этот звук? Какой, ма, звук? Кто-то кричит. Походу, йети. Нет, ма, не слышал, короче. На самом деле, я бы сейчас сожрала бы жирненького йети. О, баран, ма, баран, смотри. Только какой-то необычный, ма, иди сюда. Их два. Отлично, что, ма. Что это? Это щупальца или рога? Нет, ой, подожди, ма, нам надо в кого-нибудь сначала эволюционировать. Так, ладно, сейчас баранчика я заберу. О, ма. Так, один твой, один мой. Ма, давай ищем кого-нибудь, ма, здесь нам надо кого-то найти, чтобы эволюционировать. Подожди, может быть, за горой кто-то завалялся? Ну-ка, давай, я, ма, пойду. Ой, блин, тут скорпионы какие-то жирные, помоги мне! Ма, тебя с... Ого! Опа! Меня чуть не съели, меня чуть не сожрали, я упала. Нифига! Ма, так-так-так-так-тихо! Ой, а я успел! Ты поймал? Ты поймал одного? Да, я поймал! Там еще один, я сейчас... Боюсь. Ма, ты где? Ма! О, они похожи на какую-то котлету. О, отлично! Они так лапками, ма, шевелят. Ма, тебе нравится? Послушай, послушай. Фу, у меня аж зачесалось все. Ма, чешется, чувствуешь, ма? Тихо, тихо, сердечки. Чешется, ма, чувствуешь, чешется? Чешется шея сзади. Ребят, у кого тоже чешется, ставьте лайк. Ава, мать, сейчас. Тихо ты! Он еще и травит, он еще травит. У меня же есть поганка. Я сейчас тебя поганкой брошу. Ма, она... Ты станешь поганкой. Смотри, чисто... Ма, смотри, какой членистоногий, ма, это, знаешь, это... Лапки. Погоди, дай-ка я тебя разгляжу. Дай посмотрю, на кого ты похож. Ма, на скорпида. Ма, я скорпид, короче. Очень странная текстура, блин, похожа на какую-то котлету, что ли. Или на хлеб черствый, засохший, ма, непонятно. Ма, ты черствый хлеб скорпионистый. Ма, давай еще кого-то. Ма, надо... О, пошли. Подожди, там кто-то плавает в воде, смотри, вон, внизу. Ну-ка, я иду. Вот рядом с осьминогом, или мне кажется, что там что-то плавает. Нет, там что-то плавает, ну-ка. О, как рыбеха, только... Ма, ну это более примитивно, мы обратно, блин, в воду уйдем. Блин, иди, осьминог, не мешайся мне. Ну да, это вообще какая-то непонятная... Ма, ну надо, короче, найти... Блин, я тут застрял. Ма, надо найти, короче, что-нибудь это. Еще что-нибудь найти? Конечно. Там крипер внизу. Ма, давай, ищем, ищем. Надо, короче, со скорпиона эволюционировать, знаешь, какую-нибудь прям... В какого-нибудь жука махать. О, ма, ты кого-то гагасишь там? Крипер и скелет. Ты что, в шахту? Пошли забрал? Сюда, пошли сюда, зайди в шахту. Ма. Там проход какой-то жирный. А где ты? Я в шахте, внизу. А я плаваю, тебя не вижу. Да ёлки-палки! Ма, а, вон, где-то что ли шахта? Ма, давай, выкарабкивайся. Там еще водичка протекает. Выкапываться? Всё. Ну да, ма. Я не могу пролезть, тут вода, я не могу. Блин, а я не могу туда, ма, залезть. Вот, 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 все, я вышла, почти. Блин, камень мешается. Ма, надо в кого-то влиться. Ма, давай, надо кого-то я найти. Я вышла. Короче, я вот, сейчас... сюда, пойдем? Нет, не, это шахта, друг мой. Ма, где ты? Я здесь, видишь меня? А-а-а. Я сейчас тоже стану этой штукой. Давай, ма, поползли. Чтобы... Вот, пошли, вот сюда. Ух ты, ё! Это тигр! О, тигр! Это тигр-мутант какой-то. Тигр-динозавр, тигр-ящерица, я не знаю. Сейчас, ма, я превращусь сейчас. Ма, тигр. О, боже, это тигровая ящерица. Ма, тигр. Ма, тигрящерица, тигрящерица. Ма, тигрящерица. Ма, я тигр. Ма, я тигр. Я очень давно. Ма, я просто макс... Ма, я тигр. Ма, почеси меня, я тигр. Да не буду я тебя чесать. Ма, я тигр. Тебя чешуя вместо шерсти. Ой, тут еще один. Кто? Тигр-ящерица. Ма, где ты? Я тебя опять потерял. Я по шахте хожу. Сейчас вернусь. Я здесь. Ма, давай, превращайся. Тигрящерица? Да, ма. Ма! Мы две тигрящерицы. Блин, я застряла. Моя тигр! Моя тигр! Да хорош, что ты шутил у тебя опять из-за тигра. Мне не нравится тигрящерица. Жуков, ма, жуков. Есть жуки, ма? Есть жуки? Ну давай, вынюхивай, иди там в ту сторону. Давай, ма, ну-ка.
Ма, здесь никого нет, я иду обратно, Ма. Ну-ка, где там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Кто-то появился, очень жирный. Ого! Это кто? Я не знаю, но я его забрал. Ну-ка, сейчас превращусь, ну-ка. Еще одна тигрящерица. Ма, я мо. Это что за копна мохнатая? Это знаете что? Это, короче, когда водосток забивается. Девчонкам, наверное, знакомо. Вот вы там вытаскиваете вот это все с грязью. А там вот это чучело. Со всей вот этой какахой. И вот это вот все. Это вот что. Ма, уходим отсюда. Ма, пошли. Точно? Ты можешь мне заделать тогда воду, чтобы я выбралась? Ма, там уже... Я уже задел все. Ма, да вылазь. Ма, смотри, это чисто, ма, это... Ма, твоя волосня, ма, смотри. О, ну, смотри, она тебя повернишь-ка. Смотрит. Это же сова. Ма, да? Да ладно, это филин, жирный филин. Ты что, не понял, что ли, что это жирный филин? Ма, только сейчас... Похоже на пингвина волосатого. Ма, жирный филин. Ма, никто не знает, ма, я тигр. Короче, Женя выбирает быть тигрящерицей, а я пока не знаю, кем мне быть. Но я хочу попробовать вот в этого превратиться. Ма, в кого? Ма, ну-ка, я сейчас... Баран с рогами. Ма. Где вообще? Ма, смотри, я большой, а ты маленький, ма. Я твой сыночек. Дочка твоя. Дочка. Маленький! Слушай, мы эволюционируем... Ого, ты видишь, как они щупальцами перебирают, когда ходят? Ма, вообще офигенно. Ма, пошли искать. Мы должны в боссов. Мы же должны от краба до босса дойти. Серия же называется «Эволюция от краба, ма, до босса». Ну, мы нашли, короче, троих странных существ. И каких-то непонятных овец. Супер. Кстати, вот я считаю, что вот эти вот крабы, которые каменные, это самое оптимальное существо для выживания. И, блин, я провалилась. Жень! Мада, вообще пофигу на тебя, Ма, я иду. Да как? Да Матак. Ова, смотри. Ты реально ускакала, вот овца наглая вообще. Ма. Так, сейчас... Прыгала. Ой, я вижу деревню, Ма. А где деревня, там может быть и боссы. Мне кажется, наоборот, там их нет. О, там динозавры, Ма, смотри, динозавры. Ма, поползем сюда. Сейчас кого-нибудь найдем, короче, и просто заэволюционируем, Ма. Ма, ты хочешь эволюционировать в босса? А мы можем в жителей, интересно, эволюционировать? О, давай проверим, Ма. Кстати, эта форма, знаешь, это уже типа человек получается. Ух ты, там кто-то есть. Где? Эти динозавры, которые ты говоришь. Ма, что так заорала? Смотри, я напугалась. Сейчас овца жителя, Ма, хряпнет. Можно? Ма, получается, все это, знаешь, эволюция в человека. По-моему, человек же на самой верхней ступени стоит, да, эволюция, Ма, значит, да. Все. Ну, смотри, Ма, смотри. Мы выиграли, получается, мы прошли. Ну, нет, мы-то до босса, да мы-то до босса. А, прикинь, а, мы до барбоса, ребят. Барбоса. А прикинь, Ма, потом нам выживание сделать, еще и куча ему подписчиков, где вот так вот бегаю, эволюционируя все. Деревня можно, жителей. Можно, кстати, так в прятушки поиграть, если что. Ма, да, кстати. Так, ну, Ма, надо босса как найти, надо искать босса. Ма, о, пошли. Я вот эту хочу, нимфу, Ма. Вот эту. Тут этот, твой этот, который... Где, Ма? Их двое. Где? Да вот тут, иди сюда, вот сюда, иди ко мне. Давай. Вон там они были. Вот они. Ма, это лев. Ма, это лев. Мама, любимчик. Моя лев! Моя лев! Все, моя лев! Ты что ты делаешь-то? Успокойся! Ма, погладь! Ма, погладь! Сейчас тебе почешу за ушко. Давай, Ма, давай. Ма, отлично. Рях! Ма, раунд! Раунд! Моя лев, раунд! Ма, давай пойдем. Ма, что вообще происходит? Ты ходишь за мной, не ходи за мной, психолев. Ма, этот ходит. Ма, сейчас жителю киточку в рот засунет. Психолевнутый. О, кто там орёт, Ма, где? У-у-у. Ма, что там, где? За мной прыгают какие-то крокозябры. Ма, смотри. Где? О, там вот. Подсвечивается так что-то. Так вот это, повернись назад, вернись. Ух ты, Ма, иди сюда, тут какая-то... Вау, какой-то желтый дух, опа. Погоди. Он подсвечивает, я не знаю, какого-то желтого. Офигеть, Ма, смотри. Ух ты. Ты видишь меня? Да, что-то светишься. Летишь, светишься. Ого, я подсвечиваю всех, смотри. О, прикольно. А ты где, Ма, я тебя не вижу? Да а. Я рядом с тобой прямо иду. Ма, это смотри. Какая-то нимфа со сферой. Ма, смотри, какая красоточка. Ма, я красоточка. О, я хочу вот эту. Оп.
Вот, забирай. Майя, сейчас в табуретку превращусь. Майя эволюционировала в ту... Майя, смотри. Как они скачут. Майя, превратись тоже. Погоди, надо ее. Слушай звук, смотри. Как лошадочка. Так, это какая-то креветка ходячая. Ну-ка. О. Свечение 45 секунд. Майя, это вирус какой-то, надо отойти. Смотри, мы заражаем свечением... А, нет, не заражаем. Нет, свечением заражаешь ты вот этой штукой, которая ты... Короче, которая светится. Мам, мне нравится вот это. Мне нравится? Звук как будто попыт мне уж похож чем-то. Ма, ну да, что-то. Ты 25 секунд попытает. Сейчас свечение. Тут опять эти... Алло! Ма, тебя как так будет? Там были эти жирные клочки волос, которые засорились в ванной. Вон они, их несколько. Ма, давай... Они, по-моему, идут за мной. Это жирный пингвофилин. Пингвофилин. Ма, забирай, ты будешь... Давай ты в пингвофилина превратишься. Пингвофилин? Давай, ма, пингвофилин. Не хочу я быть пингвофилином. Ма, я уже его видела. Давай, ма, я знаешь, кого хочу? Кого, ма? Сейчас. Блин, где он? А, вот он. Ма, давай еще ищем, ма, еще. Хочу еще каких-нибудь. Здесь, смотри, прям в эту деревню прям прут разные монстры. Это очень круто. Мы сейчас, друзья, тут всех просто проэволюционируем. Иди сюда. Вот так. Это кто? Это что? Ма, я не знаю. Ну, какие они противные. Какой звук издают гадкий. Ма, смотри. Сейчас, смотри. Ой. Ты чё? Мисс-то зачем? Ма, нечаянно. Да нечаянно бьют отчаянно. Все, хана тебе. Ма, не надо, пожалуйста. А, да что ж такое? Я застряла. Ма, смотри, какая жирная лепешка. Посмотри на свое входное и выходное отверстие. Это просто ужасно. Ой. Знаешь, на что это похоже? На это кусочек многоножки. Вот этой вот, знаешь, скалопендры, которую порезали. Ой, смотри, ма, вот она ползет. У меня аж мурашки пробежали. Ма, прикинь. Вот, да, да, я же и угадала. Вот, ма, прикинь, там... такая будет ползать, тебе ночью в ухо заползет. Не подходи ко мне. После такого я с тобой общаться не... Блин, Жень, там меня кто-то... Что это было? Ма, где? Ух ты. Ма, что это? Ну-ка, превратись. Я не знаю, сейчас Ма, превратись. Возьму. Блин, он не проявился, сейчас нужно зайти. Ма. Креатив. Ма. Смотри. Ма! Это ужас, да? Ма, это какая-то попа. Это вообще, в смысле, попа. Ма, я тоже... О, давай еще поищем, может, еще такую найдем, ма. Такую хочешь? Ма, да. Ма, я... Вот, она идет! Ма, я бегу! Она меня сейчас сожрет! Хима! Будь здоров, быстрее! Ма, я бегу! Ма, сейчас... Жень, полсердечка! Майя, да я тебя спас. Что ж ты делаешь, охаянный? Вау, Ма, смотри, какой он. Он так топает. Ма. Топает? Я думала, тебе в стену колотятся. Ма, смотри. Такие звуки странные, очень капец. Ну, нам надо босса найти, надо босса. Да нет здесь боссов. Все, тут какие-то две ящерицы, какие-то грибы непонятные. Ого, еще какая-то саламандра. Рыбы какие-то, рыбы. Забрал. Ма, давай ищем. Мо. Тут никого Блин. Нет. Ма, шо там? Я не вижу пока никого. О, нет, я вижу! Ма, иди что сюда! Там? Ма, я не знаю! Ма, ты где? Сюда, иди сюда. Ма. Вон он. Где? Это похоже на босса? Вон там, вон, да ты! О, да, смотри, это какой-то босс. Если... Ма, я его грохнул. А я, нифига, у меня прям иссушение началось. Да потому что за тобой бегают какие-то крокозябры маленькие. А, я гашу их, ма, капец вообще. Ма, кажется... Иди подбирай. Ну-ка. Ма, сейчас, подожди. Ну-ка. Блин, а чё? Сейчас подберу. Сейчас вот сюда встану. О, ма, подобрал. Ну-ка. Ну как? Ма, я босс! Сколько у тебя жизней? Ма, много. А я стану боссом или нет? Ма, ищем. Давай. Слушай, он так ходит смешно. Ма, я не могу найти никого. Ма, так, ищем. Ма, ищи хорошенечко. Я нашла. Да? Это похоже на босса. Сейчас я иду. Блин. Ого, там что-то огненное. Ух Ма, ты, он все в лаву превращает. Я не могу его... Ма, гаси. Я его кукну. А мне надо потушиться. Ма, где вода? Блин, я не могу пролезть. Я слишком большой. Так, мне надо превратиться. Ой, маленькую сейчас вот эту. Я нашла. Ну-ка. Сейчас надену.
Мадовая. Офигеть. Вау! Я все, я короче... Босс, который сгорает заживо. Короче, если его надеваешь, начинаешь гореть. Блин. Короче, быть мне крабом всю жизнь, походу. Ма, давай ты будешь крабом. Короче, дорогие краб друзья. Непробиваемый. Да. Вообще, дорогие друзья, эволюция боссов завершается. Смотри, какой мега-мозг. Смотри, я прям мега-мозг. Смотри, ты мега-краб, а я супер-маленький краб, но зато не пробиваемый. Кстати, да, смотрите. Попробуй меня побить. О, подожди. А, не, можно, можно. Блин. Короче, дорогие друзья, ставьте лайк. Смотрите, начались с маленьких крабов, закончили гигантским крабищем. Крабищем, блин, кто у меня тут есть вообще? Короче, я буду вот этот. Ма, ты будешь чистого волосня из ванны. Все, вообще, дорогие друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Всем поки-поки, я пингвофилин. Пингофилина люблю, пингофилина люблю, пинго, 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 пингофилина.